В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с представителями администрации района и сельских поселений проводился мониторинг соблюдения мер по усилению дезинфекционного режима. В ходе этого мероприятия его участниками обращалось внимание на применение персоналом средств индивидуальной защиты, масок, перчаток, дезинфекции поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в организациях торговли. В целом, по результатам мониторинга, большинство руководителей предприятий торговли ответственно отнеслись к мероприятиям по профилактике коронавирусной инфекции, хотя отдельные недостатки все же встречались. Главная цель мероприятия – разъяснить еще раз важность проведения этих профилактических мер для безопасности населения. Но все же руководителям и персоналу предприятий торговли не стоит забывать о возможной административной ответственности.